Всем привет! В этом видео мы рассмотрим главное событие биржи МЕХЦ на этот день, а именно сотрудничество с Aptos. Биржа МЕХЦ в сотрудничестве с блокчейном первого уровня Aptos производит розыгрыш 1,5 миллиона долларов. Здесь есть несколько событий, и в этом видео я расскажу, как принять в них участие и забрать часть от этого вознаграждения. Блокчейн Aptos – это крупный проект, который занимает 18-ю строчку на CoinMarketCap. Также он является блокчейном первого уровня, который решает повседневные задачи пользователей, а именно в нем поддерживаются смарт-контракты и, соответственно, есть простор для создания множества приложений, необходимых для внедрения криптовалюты в нашу повседневную жизнь. Как следствие, блокчейн Aptos постоянно развивается и заключает различные сотрудничества, например, с биржей МЕХЦ, и создаются различные акции для повышения узнаваемости этого проекта. Ну а мы с вами можем зарабатывать на подобных акциях, параллельно знакомясь с проектом. Все события, как я уже сказал, проходят на бирже МЕХЦ. Для нас майнеров это очень важная биржа, именно на нее начинают листиться важные для нас проекты. Поэтому, если у вас нет аккаунта на бирже МЕХЦ, обязательно регистрируйте его по ссылке в описании к видео. И само событие подразделяется на 3 раздела. Первое – это спотовая торговля с нулевыми комиссиями. Второе – это фиксированный стейкинг. А третье – это торговый конкурс Aptos USDT на фьючерсах. И далее в видео мы с вами подробно разберем каждый из этих пунктов. Первое событие – это нулевые комиссии на спотовом рынке в паре APT-USDT. Продлится оно с 11.00.21.10.2024 по 3 часа ночи 21 января 2025 года. Нажав на кнопку, мы попадаем в торговую пару Aptos USDT. Соответственно, на этой странице мы с вами сможем с нулевой комиссией торговать монеты Aptos. Например, мы хотим купить одну монету Aptos. Нажимаем «Купить», и у нас с вами появляется всплывающее подтверждение ордера. Нажимаем «Подтвердить». Все, покупка свершилась. Таким же образом мы можем все это дело продавать. Нажимаю «Продать». Как вы видите, комиссия составляет 0%. Следующее событие – это фиксированный стейкинг с доходностью до 20% годовых. Здесь все просто. В течение 30 дней можно будет стейкать монету Aptos, и все новые пользователи смогут воспользоваться акцией и стейкать ее под 20%. Те, кто уже есть на бирже, смогут ее стейкать под 10% годовых. Для этого нажимаем «Перейти к стейкингу» и здесь выбираем варианты стейкинга. Если вы новый пользователь, выбираете верхний вариант под 20% годовых. Если же у вас уже есть аккаунт на бирже МЕХЦ, то убираете нижний вариант под 10% годовых. Поскольку я старый пользователь, я нажимаю «Перейти к стейкингу» под 10% годовых. Здесь необходимо ввести количество монет Aptos, которые вы будете стейкать, например, 10 монет. Нажимаете галочку «Я прочитал и понимаю риски». И нажимаете «Подтвердите начало стейкинга». И тем самым вы сможете присоединиться к акции стейкинга. Сама акция длится с 21 октября по 21 ноября. Поэтому присоединяйтесь и воспользуйтесь данным стейкингом, пока не истекло время. Следующее событие – это торговый конкурс фьючерсов. Он длится с 21 октября по 4 ноября. И здесь мы сможем разделить 200 тысяч USDT. Для того, чтобы ознакомиться подробнее, нажимаем на кнопочку «Подробнее». Фьючерсная торговля подразделяется на два события. Первое событие – это только для новых пользователей, а второе – для всех пользователей. Новые пользователи, которые совершат фьючерсную сделку объемом более 10 тысяч USDT, получат бонус в 10 USDT. Данное предложение ограничено только до первых 10 тысяч пользователей. Поэтому, если у вас нет аккаунта на бирже МЕХЦ, вам следует поторопиться для того, чтобы попасть в это число участников. Второе же событие подходит для всех пользователей. И здесь все в зависимости от торгового объема. Чем больше торговый объем вы набираете, тем больше фьючерсного бонуса вы зарабатываете, который впоследствии можете использовать. Для того, чтобы разделить призовой фонд, необходимо набрать торговый объем более 50 тысяч USDT. И тогда вы сможете разделить призовой фонд в размере 100 тысяч USDT фьючерсных бонусов. Данное событие для первых 3000 пользователей.
В таблице написана более подробная информация о вознаграждениях. Здесь нажимаю «Понятно», перехожу на «Фьючерсная торговля», и меня перекидывает на торговую пару Aptus USDT, где я смогу торговать на фьючерсах. Если у вас есть пробелы в знаниях в торговле фьючерсами, вы можете пройти бесплатную обучающую статью от биржи MEHTS, нажав на «Подробнее о торговле фьючерсами». Здесь, соответственно, везде будут подсказки, какая кнопка за что отвечает. Все обучающие материалы сопровождаются визуальной анимацией. В этом видео мы с вами рассмотрели главное актуальное событие биржи MEHTS на 1,5 миллиона долларов, где вы можете принять участие в этом перспективном проекте и забрать себе часть вот этого банка. Всем зрителям желаю победить и выиграть как можно больший приз. Всем спасибо за просмотр. До новых видео.